Обмен животными между зоопарками – это постоянная практика. Питомцы передаются для пополнения и обновления коллекции, для разведения, сохранения генетического разнообразия, а также во избежание близкородственного скрещивания между животными. В рамках программы обмена к нам в Харьковский зоопарк приехали два очаровательных варана. Приехали животные из зоопарка 12 месяцев, который находится под Киевом. В Харьков киперы везли варанов, а возвращались уже с крокодилами. Малыши-крокодилы, которые появились на свет в июле этого года в нашем зоопарке, отправились на свое новое место жительства в зоопарк 12 месяцев. Процесс транспортировки прошел быстро и успешно. Сейчас крокодильчики находятся на карантине, после чего будут представлены на экспозиции. Два капских варана, как того требует процедура, тоже сейчас находятся на карантине. Малыши приехали к нам в двухмесячном возрасте, у них еще нет кличек и пол пока сложно определить. Что касается характера и поведения, то варанчики пугливые, но с каждым днем все больше и больше адаптируются в новой обстановке. Кормление малышей проходит один раз в день, в рацион входят насекомые и мелкие грызуны. Сейчас длина варанов с хвостом 30 сантиметров. Для сравнения, взрослая особь в длину достигает 2 метров. В коллекции нашего зоопарка уже есть капский варан по кличке Варасик. Ему 3 года, и в длину он достигает уже 1,5 метра. Кормление взрослой особи проходит 2-3 раза в неделю. Рацион состоит из говядины, конины и мяса курицы.